Да, слушаю, кто это? Это я, ты не познал? А, это ты. Здорово, здорово. Ну, рад, что ты на свободе. Дякую. Слухай, хочу тебе расповесть зараз про то, что отбывается. То, что зараз на самой справе. Не-не-не, стоп, слушай, не надо по телефону. Слушай, я тебя прошу, никакой политики не надо по телефону. Я уже и так устал от этого. Ко мне и так приходили с обыском. Я уже морально это не вывожу, понимаешь? Да, якая тут политика? Коли людей катуют и забивают, тут уже некая не политика. Тихо, не надо, я же тебе еще раз говорю, прошу, не надо. Тут и так все уже более-менее утихло, и хочется же хоть как-то пожить. Про что тогда поговорим? Не знаю. Ясно. Передаем. Скажи там всем, что час усе меней. Мы годность еще бароним, да життё вытекае со жменем. У бясконцы дни, месяцы и годы, але мы помираем по воле. Ты як лист на свободу, як живое послание на волю. Спробую донести, яны робят там нечто десять. То хіба і не улезти на ресте. Их по крысе починают трести. Праз гэтую трасту и гэтая песня без места. Бо их пронесла Беларусь, не мара вернуться у весну. Беларусь по ЧП не веста. Там, у турме, где змагання штодня. А тут, пачуццё паразы. Я не ведал, ці выйду сам. И тому отчуваю отказность за тих, хто со мной был, у кого забирають усё. А головне час, там ёсць страх за життё, ды няма баязлівасці, як у вас. Гэта крык у нікуды, пакуты, їх нячутныя тут, асабліва пакуль ты рыхтаваў рытуал і рабіў гэта культам, сам сябе ратаваў ад атруты. Гэта ўсё не туды абсалютна, гэта не будзе пачутым. Тут вы верите у цуды, час минае у турме марудна. Пасля вызвалення ішоў па вуліцах, яшчэ з нейкай веры. І ўсё такое чырвона-зялёнае, і адначасова шэрае-шэрае, нібы і само наваколле тут вымушае зрабіцца ценнямі. А тых, хто не згодны, яно падоўгу трымае за сценамі. Здаецца, не думаць пра іх і свабода, праўда, сумневным коштам. Все хочуць жыць, я ўсіх разумею, але вось так навошта? Я ведаю кошт гэтых наших забраных і скрадзеных год. Я ішоў, каб вас заклікаць. А куды? Да чаго? І каго?